Содержание звонка двоеточие. Дун-дун-дун. Если электрическое напряжение не способствует требованию, то можно проводить специфическое производство. Блять, что за, сука, специфическое производство? И ослабят все кнопки. И все хорошо. Количество секунды автоматически очистится. Блять, это лучшая инструкция о управлении, которую я читал. Нельзя самовольно открывать оболочку машины. Что такое оболочка машины? Это, блядь, кузов. Установ, перенос, переработка, будильник, выход, возврат. Переработка чего? Вот переработка чего может быть в китайских часах? Чтобы в этом разобраться, друзья, мы почитаем инструкцию. Прошлый раз, когда мы читали китайский мануал, как собирать компьютер, всем зашло. Поэтому готовьтесь, набирайте воздуха, будем сейчас читать. Там, походу, тоже очень угарно. Инструкция к будильнику. Что может быть сложнее? Блять, сейчас узнаем. И не забывайте переходить по ссылке в описании на мой телеграм. Например, там тоже есть китайское ПМЛО «Новый список» от Golden Nika. А также новости, всяческие уникальные кадры, всякие рофлы и мемесные видео. Даже наблюдение за флайт-радаром. Все это на канале Нефёд Алёрт. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Или в поиске набери Нефёдов. Должен быть канал с галочкой. Ну а мы... Погнали, почитаем и узнаем. Огромная благодарность покровителям моего канала. Это Макс Краснявский, Best Hacker, Валентин Попов. Подпишись на Boosty и попадай в каждое видео. Поддержи творчество Нефёдыча. Санкции? Не купить игру в Steam, зато купить в Case Ground. Заходи, огромный выбор игр, которые вы можете здесь выиграть. Ну а также появилась функция 100% покупки игры. При этом вы получаете ключ Steam, и ваша игра добавляется в коллекцию Steam. Case Ground. Много лет профессиональной работы, тысячи довольных клиентов и работает в любые санкции. Возьми лицензионную игру по ссылке в описании. Принимаются все способы оплаты! Не забывай о раздаче. Участвуют все. Приман одобряет. Пост про эти часы был на Пикабу, и там автор не мог понять, как отключить будильник. И он решил почитать инструкцию, чтобы разобраться с этим. Жалко, не полная инструкция. Если время будильника никакой группы из 8 групп бездействующие, то индикаторная лампа гасит. Гасит, скорее всего, покупатели часов. Как говорится, я тебя порешаю. Как ты меня порешаешь? На 2 умножишь. Установка системы 12-24 часов. В нормальном состоянии нажать переработку. Блять. Это переработка суток или переработка американца-россиянина? Нажать переработку около 3 секунды. И можно переключаться на системы 12-24 часов. Итак, образ звонка будильника. Я надеюсь, образ православный? Ладно, я надеюсь, что образ ИСО. Первое. Включать источник. Будет иметь звонок и одну музыку. Ну, это не игра. Я думал, там целый трек-лист. Эти часы отымели звонок. И одну музыку. Будильник целого часа. Блять, он целый час трезвонит. Вот, наверное, в чем была проблема у автора. Он не мог отключить, потому что он целый час. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Одну и ту же музыку. Будильник целого часа. Когда открывать будильник целого часа, индикаторная лампа светит. В 7:00 и примерно до 21 часов. Каждого дня. Иметь звонок и одну музыку. Я логически размышляю, понял, что это, походу, чтобы он каждый час делал там какой-нибудь пим-пим. Типа 16 часов ровно. Помните, были такие говорящие часы? 0 часов ровно. И вот тут, наверное, что-то типа того. Будильник звонит в каждом дне до времени звонка. Блять, я думал, дно еще не пробито. Но в каждом дне он звонит. Может быть, каждый день, наверное. В каждом дне до времени звонка и будильник звонит. Так вы уже написали. Будильник звонит в каждом дне до времени звонка, и будильник звонит. А, так у него звонит будильник, и при этом будильник звонит. Ну, блядь, все понятно. Содержание звонка двоеточие. Дун-дун-дун. А прикиньте, он реально не пищит, а это... Дун-дун-дун. Голосом Donation Alert. Продолжается на одну минуту. Фу. Так надо было написать дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун, там несколько страниц, дун-дун, и так целую минуту. Другие пояснения. В никаких состояниях установки, если выше 10 секунд без операции, то автоматически возвращается к нормальному состоянию даты и времени. Oh shit, что это, что имеется в виду? А надо операцию какую-то? 10 секунд без операции.
Это, знаете, сумасшедший доктор. Я уже 10 секунд не делал операцию. Ну тут, наверное, имеется в виду, что типа если 10 секунд ничего не делать, то возвращается в режим показа времени. В никаких состояниях установки нажать выход, и можно возвращаться к нормальному состоянию даты и времени. Что ж, спасибо за инструкцию. Слушайте, интересно, интересные часы. Но как-то маловато вам, мне кажется, да? Поэтому я скачал еще парочку инструкций от других видов часов. Инструкция о цифровом будильнике. Знаете, это как сага о Валиноре, только тут. Инструкция о цифровом будильнике в стихах. Функциональные особенности. 1. LED прямо показывает текущее время, бля. А может криво? Нет, прямо. Звук будильника продолжает 3:59 минут. Вот этот, блядь, точно будильник, который целый час будет ебашить. Я помню, у меня у соседей такой был. Они, видимо, ставили два будильника. Если он просыпался с первого и уходил на работу, то потом целый час вот это было за стенкой. Да завали ты ебало! Система 24 часов. После монтажа запасного батарея... Монтажа! Можно сохранить точное время после выключения электропитания. Функция памяти. Рабочее электрическое напряжение. Ну тут все нормально. Если электрическое напряжение не способствует требованию, то можно проводить специфическое производство. Блять, что за, сука, специфическое производство? Варить нет или что делать? Монтаж батарея. Монтаж батарея, монтаж батальон. Это какое-то специфическое производство. Если применяется внешний монтаж, ну вот у меня внешний монтаж батарея на стене, а не в стене, то открывают крышку батарея по знакам плюс-минус. Ну плюс-минус по знакам открывают. Монтируют две батареи ААА в коробку батарей. Батарея на батарее, батарея, батарея, батарея. Если применяется внутренний монтаж, то перемещает переключатель электропитания до места он. Что за внешний и внутренний монтаж? Это может батарейки вставить в отсек для батареек, а можно разобрать корпус и туда батарейки поставить? Сложно? Начальная величина по подаче электропитания. Ну, где там вольтметр еще, я так понимаю, в часах. Заебись часы. Время. Показывают 0-0. Каждую секунду мерцает один раз. Хорошо. Будильник. Показывает 0-0. Каждую секунду мерцает один раз. После установки времени и будильника не мерцают. Так точно, партия китайская. Инструкция о управлении. То есть это как глава, такое общее название произведения — инструкция о цифровом будильнике, а это как бы подглавка такая — инструкция о управлении. Настройка времени тайм. New Roman, надеюсь. Долго жмут кнопку ТС, потом нажимают кнопку часа хоур или кнопку минуты мин. Блять. Кстати, я понял, что это за часы. У нас такие же. Там есть хаор, мин, и надо зажимать кнопку сет, и тогда прибавляется. И они красными цифрами горят. Блять, наверняка это такие часы. Правда, они еще со встроенным радио. Цифры будут увеличиваться, пока часы показывают текущее время. Ослабят все кнопки. Это точно какая-то сага. Инструкция о управлении. И ослабят все кнопки. И все хорошо. Количество секунды автоматически очистится. Блять, это лучшая инструкция о управлении, которую я читал. Я думаю, это надо вносить в китайский народный этнос. Блять, это так смешно. Ослабят все кнопки, и все хорошо. Ну, заебись. Еще количество секунды мне нравится. Прошла одна секунда. А какое было количество секунды? Ну, примерно как 5 минут. Настройка будильника ау. Долго жмут кнопку ALS, потом нажмут кнопку часа хоур или кнопку минуты мин. Цифры будут увеличиваться, пока выбирают время будильника. Ослабят все кнопки, и все хорошо. За душу. Переключение ALM on-off. ALM off. Функция ALM выключает рисунок, ALM включается. Ну, все понятно, в принципе. ALM on. Функция ALARM. Включается рисунок, ал светит. Ладно, хорошо. В принципе, понятно. Когда будильник прозвучит, нажмут кнопку. А кто нажмет-то, блядь? Это вместе мне какой-то китаец вместе с часами, что ли, подставку, блядь, входит, который будет кнопку нажимать. Нажмут кнопку, ал пауза. Будильник прекращает прозвучать. А если не нажмут кнопку, ну, если китайцы в комплекте не шло, то будильник прозвучит. Самый долгий звук достигает 50 минут.
Это научпоп уже. Самый долгий звук достигает 59 минут. Потом будильник прекращает прозвучать. Какой-то хуёвый научпоп, кривой. Особая инструкция. Нельзя самовольно открывать оболочку машины. Что такое оболочка машины? Это, блядь, кузов? Капот или что? Оболочка машины. Извините, вы кузовнёй занимаетесь? Да, а что у вас? А у меня оболочка машины попортилась. Самовольно нельзя открывать оболочку машины или самовольно ремонтировать внутренние детали, чтобы избавиться от поражения тока. Блять, то есть мне никак не избавиться от поражения тока, а я хотел. Но для этого придется машину открывать и ремонтировать внутренние детали. А при чем тут машина вообще? Мы же про часы. Безопасность. Нельзя сжать тяжелые вещества, блядь. Тяжелые вещества лучше, да, перед... Особенно перед тем, как инструкции пишешь, лучше не жать. Нельзя жать тяжелые вещества на линии электропитания, чтобы избавиться от вызова пожара. Что? От вызова пожара и поражения током из-за повреждения линий электропитания. Это какая-то атака на нашу инфраструктуру, по-моему, уже. Китайская. Нельзя поставить данные машины. Сука, машины. Ну как можно электронные часы машиной называть, блядь? Аппаратом, агрегатом, данного агрегата. Нельзя поставить данные машины на влажное место. Нельзя поставить вещества с жидкостью на данной машине. Короче, это не водовоз, не пытайтесь. Если проводят очистку, то нельзя применить средства по очистке или распылителя, то только можно стирать чистой тканью. А, можно стирать в машинке. Машину в машинке постираю. Можно? Спасибо, китайские браты. Особые указания. Нельзя поставить данного устройства на плохое вентиляционное или узкое место. Узкое место? Чтобы избавиться от перегрева. Нихуя, там что, у вас этот самый, что ли, Core i9, блядь, в часах стоит, что он так греется, что его нельзя накрывать сверху. Пиздец часы, да? Нельзя поставить данного устройства на ковер и другую мягкую поверхность, вот. Чтобы забивать вентиляционные отверстия. Я говорю, часы, блядь, со встроенным атомным отклоном. Или там аж квантовый компьютер, который ослабляет кнопки и всем становится хорошо. Нельзя жать тяжелые вещества. Потом вот такие инструкции появляются. Так, чтобы не забивать вентиляционное отверстие или забивание поверхностного вентиляционного отверстия вызывает перегрева, то это возникает дефекты. Хорошо, что не пожар. Нельзя поставить данную машину около горячего источника на прямое солнечное место или легкое механическое ударное место. Блять, что такое? Покажите, где у вас дома находится легкое механическое ударное место. Блять, это, наверное, место, где ремня дают или что? Блять, маленькая наковальня. В общем, слушайте, достаточно длинный у нас получился ролик. Я думаю, хватит на сегодня. У меня еще есть одна инструкция и еще там парочка в загашнике. Отложим, как говорится, на вкусненькое, растянем удовольствие. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, заходите в Телеграм, чтобы узнавать каждый день все, что интересное в мире происходит. А если ничего не происходит, то мемы читать. А еще заходите на стрим, поддержите дедушку Нефедовича донатиком, там вы можете заказать видео, заказать песню, мы с вами посидим, послушаем, пообщаемся. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои дорогие, всем пока-пока и до новых встреч.